Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Super Turbo Demon Busters. Ну что же, давайте, наверное, с вами возьмем Дельта Скаут, она вроде бы неплохо себя показала, и продолжим наш путь. Не забываем, ребята, что сердце у меня там хромает, нам нужно выжить. Сколько процентов? 10, всего лишь 10% осталось, это очень мало, ребят. Я не знаю, сколько здесь уровней, черт подери, а. Но в данный момент мы на 114 миссии, так что давайте смотреть, что нас там будет поджидать. Погнали. Это мы забираем. Тут что тебе надо, стражник ада? Ой, тихо, ё-моё. Блин, так дело не пойдет, ребята. Нужно брать в руки топор. Так, что же у нас здесь? Блин, ну-ка, может быть здесь. Ага, ищем выход с вами. Так, скорпиончика мы, естественно, валим. Блин, тупик. Ребят, там оказался у нас тупик. Ё-моё. Вот теперь сижу и думаю, куда лучше нам. Давайте здесь попробуем. Так, хорошо, этих разобрали. Так, ледяного, а, и ледяного тоже. Угу, опять у нас здесь стражник ада. Ай-яй-яй, больно-то как. Да ладно, только не говорите, что. Жесть. Придется нам сюда, ребята, валить. Была, как говорится, не была. Я иду со двора. Очень мало здоровья. Что же нам делать? Да чтоб тебя, а, еще. Ладно, сделаем вот так вот и накажем их. Все. Ух, ну, где выход-то? Ё-моё, я хочу выйти отсюда. Не понял, ребята. Погоди-ка, погоди-ка, а где он? Ё-моё, вот здесь еще, а. Ну дай аптечку, пожалуйста. Ага, конечно. Ладно, попробуем. Ё-парасете. Все, ребята. Мы погибли, к сожалению. И нет, еще 10%. Так, подождите-ка, надо глянуть. Да, прилетел, отлично. Два шприца. Сколько, 12? Нет, 11 всего процентов. И мы с вами улучшить больше не можем. Давайте еще отправим. Так, здесь у нас что? Мы можем с вами... Может быть, вот это улучшить все-таки, а, ребят? Или дождаться 10 тысяч кредитов и улучшить себе здоровье. Я думаю, что это будет как вариант. Так, а мы продать-то что-нибудь можем с вами или нет? Ну-ка, давайте посмотрим. К сожалению, ничего не можем продать. Ладно, попытка номер 2. Черт бы, побрал бы. Блин, все, ребят, нужно искать выход и... Ага, аптечка. Так, это у нас зомби, это у нас призраки. В принципе, призраки лопухи у нас. Они ничего такого себе серьезного не представляют, поэтому мы проходим их налегке. Так, здесь у нас зомби, по-моему, да? Или гуль это. Так, смотрите, аптечек здесь много. Давайте-ка здесь попробуем разобрать. И... Давайте этих призраков теперь заколбасим. Да, это, ребят, гнилой гуль. И вот выход, все, отлично. Давайте подправим все здоровье. Здесь возьмем кредиты. Эти подберем. Вау. Отлично. Ну что, давайте отсюда сматываться. К ядре не фене, потому что со всеми с ними я не разберусь здесь. Ну, отлично, 100% сундучок у нас. И, конечно же, мы будем его смотреть. Блин, а все равно, смотрите, да, даже если я прохожу, сердце все равно теряет проценты. Жаль. Так, ну что же, глянем, что нам здесь достанется. Так, убийца М2, это снайперка, картечь, обойма, ну это ерунда, все. Так, винтовка. Не знаю, сейчас мы с вами посмотрим, что это за винтовка такая, но, по-моему, ерунда. Так, вот здесь мы с вами можем все это глянуть дело. Ну-ка, 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 где? Смотрим, 110, 118, вот это мы продаем. Хватает, нет, чуть-чуть еще не хватает, ребята. Ну-ка, сколько ты будешь стоить? Вот. Вот так вот. 15 тысяч кредитов, чтобы поднять еще на 440 единиц нам здоровье. Это очень много. Ладно, будем пытаться. Погнали, короче, на следующий уровень и будем смотреть здесь. Воу, вражин-то сколько? Так, давай вот с этих начнем. Так, они сейчас в личинке. Все, разобрались. Куда бы нам с вами... А, выход нашли. Так, дайте-ка я здесь куплю вот эту
ересь. Ага, купил. Не хватает кредитов. Убегаем отсюда побыстрее. И тут только у нас кредиты доступны. Ладно, мы как-нибудь с вами переживем. Вот они, ребята, картишки. 3000 кредитов получаем. Крик М2, это ерунда. Ракеты сгодятся. Батарея, 3 штуки. И, блин, киборг-солдат. Но только этого нам еще не хватало. 634 здоровья у него и 48 атаки. Блин, засада полнейшая. Так, ну что же, тогда мы с вами сейчас продадим винтовку одну. Где она у нас здесь? Я знаю, что вот она. Сколько она стоит? 800. Да, денег нам нужно очень много. Ну что же, продолжаем. Подожди-ка, почему? А, ну якобы я здесь могу улучшить 3%. Не хочу, не буду. Я лучше покоплю, ребята, денег. Еще пара стишков, и ты поскачешь как новенький. Жалобно. У-у-у, монстр. Пилот челнока сообщает нам о противнике в зоне высадки. Что там у вас происходит? Противники? Ой, нет. Я думала, это кто-то из наших. Да он даже разговаривает, как наш наемник. Монстру. Вжух, готово. То бишь, она ему снесла чайник. Хорошо. Так, начинается вроде бы неплохо. Кредиты. Сюда я что-то не хочу идти. Давайте вот сюда. Попробуем здесь разобраться. Да хорош тут уже выделываться, а. Все, зачистим. Блин, все-таки надо здесь разбираться. Ай-яй-яй, как я не хочу. Но, как видите, довольно успешно. Так, шприц. А здесь у нас что будет? Блин, давайте вот сюда пойдем. Ага. Один только вариант. Идти сюда, ребят. Есть. Задание какое-то выполнили. Значит, что-то получим. Так, призраки. Блин, и горящий зомби. Потом он на обычного зомби распадается. Во, дали аптечку. Хорошо. Значит, еще живем. Ух. Можно даже здесь подхилиться. Так, ну я не буду, значит, пока тратить. Давайте-ка разбомбим. Попробуем. Главное, без потерь. Все, этих ухоркал. И, ребята, вот здесь у нас... Давайте тогда вот этих до кучи. Во, даже здесь медпакет получили. Так, в ящике у нас... В принципе, ребята, все отлично. Можно отсюда смело убегать. На 100% у нас здесь пройдено. А значит, есть шанс на... Нету! Я думал, что будет сундучок. Но нифига он нам не выпал. Сколько там... 9%, блин, где там челнок прилетел, да. Один шприц всего лишь нам доставил он. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а здесь что у нас? 2000 кредитов мы выполнили задание и получили. Так, ладно, ребята, газуем далее. Интересно, сколько действительно здесь миссий, а? Если кто знает, ребят, напишите мне в комментариях. Уж очень сильно хочется знать. Уже тут 125-я будет. А конца так и не видно. Фу, была не была. Ну-ка. Так, давайте вот этого, наверное... Оу, щет! Да ладно вам тут. Блин, меня ребята траванули. Траванули эти гады. Как вы видите, зелененькая полочка. Если она дойдет до сюда, все, это будет финиш. Так, скордеры, блин. Ну дали бы мне аптечку, нафиг мне эти вот кредиты ваши никчемные. Тем более их так мало дают здесь, что, грубо говоря, толку от этого никакого нету. Да ладно, блин, ладно, я пойду, ребята, именно по этому пути, потому что мне кажется, что выход где-то не за горами. Я могу, конечно, и ошибаться, но здоровье у меня от этого не прибавляется. Вот, чуть-чуть мы подхилились. Куда идти, сюда или вот сюда, а? Давайте здесь попробуем. Так, шокируем их чуть-чуть и собираем. По-моему, ребят, мы здесь с вами проиграли. Да. Сейчас завалят. Очень мало здоровья. Кредитов нам дают, конечно, кучу. И все, здесь тупик. Ё-моё. Ну а здесь что у нас? Блин. По-моему, приплыли. Ну дайте выход. Да, конечно, дадут. Сюда бесполезно идти, ребят. А здесь я не справлюсь. Мы проиграли. К сожалению, опять.
Слишком замудренный уровень. Сколько? 9%, ребята. 9% у сердца всего осталось. Нужно в любом случае нам дальше двигаться. Тут, как говорится, у нас два варианта. Либо мы проходим, либо мы погибаем. Третьего не дано, к сожалению. И опять у меня какое-то отравление висит. Да что ты будешь делать-то? Давай-ка вот этого попробуем. Падальщика завалить. Может быть, дадут какой-нибудь проход. Дают, в принципе, проход, но... Так, хорошо, получилось. Картечь забираем. И тупик опять. Давайте тогда вот здесь вот. Психопаук и падальщик у нас. Да, их мы разобрали. Так, у нас, ребята, есть... Ага, вот так вот даже. О! Подхилились. Вот это уже хорошо. Слушайте, я думаю, что, наверное, вот сюда стоит ломануться. Блин, пулеметчики. Ладно, пулеметчики так пулеметчики. Разобрали. Блин, и дальше продолжения нету. Только не говорите, что вот здесь вот будет вся эта заваруха. Ладно, ребята, делаем, короче, с вами шок. Теперь их разбираем. Во, стимулятор дали. Уже что-то. И да, у нас дальше есть проход. Даже тут. Так, я вот думаю, что, наверное, с этой комнаты надо начать. И тупик. К сожалению, тупик. Ну, а этих если... Так, стимулятора. Две штуки. Вообще шикарно. Слушайте, наверное, скорее всего, вот здесь у нас будет выход. Да уж, конечно. Выход нам только снится. Ну, ведь не сюда же идти. Давайте тогда попробуем вот этого вот психопаука забомбить. Во, стимулятор дали. Слушайте, нифига. Вот это прикол, ребят. Надо было вот, оказывается, сюда идти. Ну ладно. И вот он, выход. Замечательно. Ну, по крайней мере, мы с вами прошли полностью комнатку эту. Так, ну-ка. Бру-пум. Ага, облом. Не выпал нам сундук. Ребята, сейчас, если проходим этот уровень, у нас будет карты. Так, челнок вернулся. Нет, еще один ход нам надо. Что у нас здесь за задание, да? Убить 15 монстров, топ 13 и еще 10. Все равно мы должны пройти, попытаться. Чем дальше, тем лучше. Ага, тут куча кредитов. Давайте, наверное, вот этого вот. Оу, кровосос. Как это так? Я не понял. Ребята, его ничего не берет, ему пофиг. Зашиби... Вот и выход. Нафиг будем сматываться отсюда. Обалдеть, кровососа не так легко забомбить. Ну, есть. 100% удача. И давайте глянем, что здесь нам выпадет. 3000 кредитов. О, вот это я понимаю. Ого, победитель, нифига пушка. Еще 1000 кредитов сверху. И бронебойные патроны получаем. А дальше у нас... Фантом Лорд. Охренеть, 612 жизней. Ну, атака слабенькая. Зато у него, смотрите, и защита. Плюс он себя хилит. Из автомата его не взять. С дробовиком бесполезно. А вот не знаю, что означает глаз. Ух ты, ребят, смотрите-ка. 125-я миссия. И здесь база. Так, есть у нас шанс, по-моему, с вами пройти игру. Ух, будет круто, если оно так случится. Ёпарасете, да ладно, вы прикалываетесь, что ли, столько... Эй, столько монстров-то сюда поставили. Так, берем вот этот симулятор. Здесь что у нас, кредиты? Я даже не знаю, честно говоря, куда идти лучше, ребят. Понимаете, мы можем с вами хп просто разбазарить на пустом месте. Ё-моё, и здесь у нас горгули, к сожалению. И, наверное, да... Проиграл. А сердечко-то убывает. Ладно, я еще разок попробую. Нахрапом взять, может быть, прокатит. Оу, это вот у нас, ребята, киборг, которого мы с вами недавно открыли. Я, честно говоря, не хочу с ним в драку связываться. Опачки, вот это нам фартануло. Ну, есть шанс. И, как всегда, мне выпадают почему-то патроны. Ух, была не была, продвигаемся дальше. Блин, там же надо было, у меня же этот... Ай-яй-яй, прибыл же уже давно на базу мой челнок. А я тут проворонил это дело, а, ребята? Хе-хе, выход. Конечно, я убегаю отсюда. Мне нужен этот челнок, потому что он наверняка нам принесет сердце. Да, и еще сундучок мы получили с вами.
Какое сердце? Не сердце, а шприц. Даже два шприца, это 7. Ну, на 9-то будет. Нифига почему-то, ребят, так и осталось 7. Странно. Вскрываем, смотрим. Кредиты 1000. Так, топливо. Это для бензопилы. Еще 750. Мне нужно 15 тысяч, как помните, чтобы я еще мог укрепить своего, как говорится, скаута. Хотя у нас есть, ребята... Так, подожди, а что, еще один у меня? Ага. Так, мясник, винтовка, батарея, автомат и ракета. Ну, в принципе, это вот неплохо было все. И давайте смотреть. Так, бонус к урону при использовании топора. Слушайте, я, наверное, возьму бонус к урону. Все-таки, ребят. Мы же машем им? Машем. Поэтому, может быть, конечно, мы сейчас еще с вами продадим здесь кое-что. Так, вот это вот обязательно надо продать. Копейки стоит всего 400. Так, пила, вот это продается у нас. Пушка, нифига себе, 50. Но все равно она фуфловая на самом деле. Так, давайте вот эту вот винтовку еще продадим. И, по-моему, все. Фух, была не была. А нам нужно дальше двигаться. Черт подери, 125. Посмотри на нее, совсем свежая, жизнерадостная. Ее создавал сам Демиург лично. А ее багажник поражает воображение. Я чувствую себя такой старой. Жаль, что ей разговоры пока не завезли. Но, признаться, я сразу почуял подвох. Сохраняй спокойствие и гоняй вместе с Т. Никаких имен. Я слишком долго искал эту подработку и не хочу, чтобы нас засудили. К чему? О чем? Так, ладно, ребят. Это все мелочи. У нас... Опа, это что такое? Да, конечно, я хочу восстановить здоровье. Ну-ка. Блин, 7% и все, и хоть ты тресни. Куда рвем? Наверное, вот сюда. Ой, тихо, тихо, какой нафиг? Да ё-моё, я же хотел топор взять. Так, мимо, мы с вами промахнулись. Отлично, зачистили здесь. Так, я не знаю, ну давайте вот сюда попробуем изувера заколбасить. Здесь кредиты, здесь патроны. И, скорее всего, нам нужно вот... Так, подожди, подожди, зачем мне это-то? Ах, ну да, мне нужно взять же в руки. Хорошо, возьмем. Возьмем, я говорю. Так, ну-ка, шмальнем разок. Ой, подожди. Что-то не то чудю. Эй, хп, хп, ребята, хпшечки. Ай-яй-яй-яй-яй, мое здоровье. Во! Прям бальзам на душу, ребята. И мы нашли сразу выход. Замечательно, вообще великолепно. Ну-ка, попробуем сундук, чтобы он нам выпал. А-ха. Не тут-то было. Ребят, ну что, берем карты. Видимо, это будут у нас последние. 3000 кредитов. Так, ствол, еще 1000. Опять же у нас батарея и некромант. Некромант. Ух. Надо мне кое-что, ребят, здесь сделать. А именно продать вот этот вот ненужный нам хлам. Так, здесь продали. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, и вот это вот. Да, X-Ray. Продаем. 1200. Блин, не хватает совсем немножко. 5000 мне нужно, ребят, чтобы я смог себе улучшить здоровье. Или же атаку. Фух, ну что, была не была. Попробуем затащить эту месейку. Так. Вот он, некромант, ребята. Я на него не пойду. Ух, тут неплохо вышло. Так, ракеты. Что-то нам не зря тут дают столько ракет. Так, некромант, что ты делаешь, а? Что ты себя вообще представляешь? В принципе, ничего такого особенного я в нем не увидел. Ракеты и выход. Да ладно, это просто подарок судьбы какой-то. Ну-ка, давай сматываться отсюда. Так. Ага, ну здесь ничего хорошего нету, поэтому выбираем любое. Естественно, мне выпадают патроны. Так, и... Ваш отряд покинул ОМ-4, но не смог справиться с распространением вируса на борту космического корабля. Коалиция во главе с генералом Андерсоном приняла решение уничтожить ваш звездолет.
как только он покинет атмосферу планеты. Спустя несколько лет инцидент был рассекречен. Имена всех членов операции были внесены в реестр защитников человечества. Эх, ребята, охренеть! Я проходил игру для того, чтобы мой челнок заколбасили. Комнат исследовано 3293. Охренеть, открыто кейсов 51. Время прохождения 7,5 часов. У меня на все это дело ушло, ребята. 42 задания выполнено. Вот так вот. Да, ребята, видимо, это конец игры. Ну что же, я нас с этим поздравляю. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых следующих видосиках. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых встреч.